Небольшая экскурсия в армянскую церковь Святого Воскресения на Смоленском армянском кладбище. Ну вот, тем более, что у нас действительно вот этот вот оклад иконы сохранился мраморный. Поэтому уже копию. Да. Копию можно сделать. Так, да, точек красивейший. Архивная фотография начала 20 века. На снимке надгробные доски и памятник членов семьи Лазаревых в интерьере армянской церкви Святого Воскресения на Смоленском армянском кладбище. Ныне музейные предметы Государственного музея городской скульптуры, хранящиеся на территории Благовещенской усыпальницы Александра Невской лавры. Удивительная находка на соседнем лютеранском участке Смоленского кладбища. Памятная доска о строителе храма Святого Воскресения. Речь о Иване Лазаревиче Лазареве, датированная 1780 годом. Использовалась оборотной стороной на одном из захоронений 20 века. А самое интересное, что это не от этой церкви. Сейчас скажу почему. Потому что эта церковь позже была построена. Это было приготовлено для святой Екатерины, по которой еще не было известно, даст ли Екатерина имя. Когда она решила, что все они святой Екатерины будут, вот эти инославные церкви по Невскому проспекту, то эту просто сюда перенесли и оставили, потому что здесь год стоит 80-й, а это 90-х годов. Поэтому вот. Она и не пригодилась, да? Да. Поэтому ее использовали. Ее просто спрятали, повторно ее отсюда выкрали просто и использовали, она где-то лежала.